Kısaca koşuyordunuz. Жан досым, өссен болсын мерейім. Әр қашан. Жан досым, өссен болсын мерейім. Әр қашан, жеңісіңді көрейім. Турниріміздің алғашқы жекпе-жегі аса жеңіл салмақта өтеді. Ендіше қос жауынгермен таныс болыңыздар. Алаңның көк бұрышы, оның кәсіби рекорды бір жеңіс, бір жеңіліс. Бойы 170 сантиметр, салмағы 61-200 келі. Самарқанд қаласы Өзбекстан, Асатбек Раджабов. Оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы, оның кәсіби рекорды 3 жеңіс, 4 жеңіліс, бойы 171 сантиметр, салмағы 61-200 келі. Өскемен қаласы Қазақстан, Жанболат Қормашов. Рефери Асхат Шандостегі. Целых 10 лет разница в возрасте, 29 лет Жанболату и всего лишь 19 Асатбеку Раджабу. Скажем так, это группа А, да, и у нас уже есть два полуфиналиста. В первой группе как раз-таки столичный клуб Тобет. И прямо сейчас российская и казахстанская команда будут определять полуфиналиста. Да, все верно. Ну что, все готово. У нас в этой командной схватке только 4 поединка. Ух, сразу же так, с разворота начинает Жанболат. Курмашев. В красных шортах, в синих шортах. Раджабов. Вкладывается прям в лоу-кик. Оу, сразу же отвечает Курмашев. Тем же ударом. Неплохо. Да, такое резкое начало. Застоялся на месте Курмашев. Сейчас попытался, я так понимаю, пройти в ноги. Курмашев. Как жестко встречает Раджабов. Сразу видно, что парень-то бьющий. Ну, сильно заряжается, да, как будто бы. На каждый удар вкладывается. Да, это, скорее всего, отсутствие, наверное, опыта такого, как за спиной Курмашев. Курмашев-то все-таки 7 поединков провел. До этого сколько раз выступал по любителям. Раджабов здесь же все имеет только 2 поединка. Здесь еще раз. Больше такой. Да, все-таки добился своего. Ногу. Ногу. Будет ли перевод сейчас? Есть перевод. Перевел сразу мало. Будет ли треугольник отсюда? Нет. Не смог закрепиться в этой позиции. Теряет позицию Курмашев, к сожалению. Так легко это делает Раджабов. Просто взял и... Да, здесь, скорее всего, ошибка Курмашева. Поторопился, наверное, слишком. Не смог закрепиться. Да, сейчас уже он более такой атакующей позиции будет пытаться. Отключает ноги, посмотри, что позицию. Делает. Закрывает треугольник и отключает ноги своего оппонента. Раджабов. Отлично. Хорошее, грамотное такое добивание. Забирает спину. Ой, вот это уже опасно. Заправить сейчас, пытается, по крайней мере, полностью заправить левую. Одна нога, да, заправлена вот сейчас, да. Левая, правая также. Можно сказать, что это вот прям полноценный... Бэкмаунт. Бэкмаунт, да. Ну и рука, обрати внимание, лежит на шее все-таки. И нельзя отменять того, что он попробует сделать удушающий ручной треугольник. Нет, соскочила здесь рука. Была задумка у Раджабова. Соорудить ручной треугольник. Но пока очень хороший прессинг. Давит. Пытается закончить именно в партере. Нужно быть осторожным, конечно, в этой позиции. Было такое ощущение, что Раджабов в какой-то момент подумал ударить коленом. Но быстро же остудил пыл. Понял, что может нарушить правила. Капу выронил. Раджабов сам же все исправил, и мы продолжаем. Половина раунда позади остается. Здесь вот опасность сейчас шея. Ну, смысл хватать шею не совсем понятен, если честно.
Раджабов контролирует ноги оппонента, а такие удушающие без помощи ног, ну, тяжеловато, конечно, делать. Да невозможно просто. Энергозатратно очень, как минимум. В этой позиции. Да, снова и... пытается забрать спину. Близится, да, опять к бэкмаунту. Раджабов. Хороший контроль. И сможет ли полностью заползти? Нет, сохраняет все-таки еще возможности для атаки Раджабов, но вот... Да, казалось, что Курмашев сейчас, переведя своего оппонента в партер, будет доминировать, но мы видим сейчас обратное, да? Да, так реально искал, да, этот партер, но в итоге искал сейчас мы видим преимущество проход, Раджабов. Искал тейкдаун, перевод, и в итоге перевод этот осуществил, но по факту этим воспользоваться в полной мере пока не может Курмашев. Попытка рычага локтя, и неужели выдохся Раджабов? Довольно-таки вялым сейчас он смотрит. Да, вот сейчас последнюю минуту он отдает, скажем так, своему оппоненту. Опять шею прихватывает. Нужно гард. Попробует соорудить гард. Да, прихватил шею, довольно-таки неплохо. Вырвался все-таки из захвата. Просто выпрыгивает. Асадбек Раджабов. Да, интересная такая. Самый опасный момент, наверное, первого раунда. Согласен. Но в целом большую часть поединка контролировал Раджабов. По моим ощущениям, пошел вперед. И вот не могу понять, в чем дело. Курмашев вот именно в моменты, когда обмениваются ударами, он застаивается, опускает взгляд вниз. Еще одна попытка прохода. Возможно. Выносливость дает о себе знать. Возможно. Да, и еще раз выход за спину, но тут уже навряд ли получится выйти на какой-то удушающий или болевой. Слишком мало времени, но контроль в любом случае в концовке за Раджабовым. Да, возможно, этот контроль даже и сыграет сейчас. И первый раунд. За Раджабовым. Неплохо начал Джамбулат, как будто бы и пристрелялся в начале. Но вот как только полез в борьбу, он потерял нить поединка. Вот здесь вот был захват за сетку. Попытка отвязаться от бэкмаунта. Ну и момент прохода Джамбулата под конец. Сразу же заряжается опять Раджабов. Что происходит? Размен сейчас у нас был. Есть ощущение, что у Курмашева долгий такой попадает застой, сейчас да? Слева. Левым кроссом. Раджабов. Хай-кик. Покасательный, да, был удар. Не вложился Раджабов, а как будто просто кинул. Еще попадание с колена. Да, и вот напрягает то, что Курмашев постоянно опускает взгляд вниз. Есть захват за шею. Снова пытается провести гильотину. Есть. Хороший захват, но он не хватает контроля ногами. Шею он умеет брать, видим. Но вот Курмашев, к сожалению, не дорабатывает ногами. Как минимум, нужно было попытаться сделать хавгард, но этого не было. Вот здесь уже опять-таки Раджабов выигрывает позицию. Снова мы видим повтор первого раунда. Отключает ноги Раджабов, ноги своего оппонента, и контролирует у сетки октагона. Да, опять тот же самый контроль. Две ноги отключил в треугольнике, но в целом нет какой-то возможности продвигаться чуть выше, взять более такой плотный контроль.
лучшую позицию для добивания. Пытается вот сейчас чуть-чуть улучшить свою позицию Асадбек. Такая позиционная борьба. И что здесь задумал Курмашев? Наносит удары сейчас Раджабов. Курмашев пока что мы не видим. Попыток выйти. И Маун сейчас. О, опасно. Добивать начал. Нету защиты. Рефери готов вмешаться. И, наверное, это уже все. Рефери дает устное предупреждение. Все, стоп. Да. И Асадбек Раджабов одерживает досрочную победу во втором раунде над Джамболатом Курмашевым. Жекпе-жектің ресми тоқтатылған уақыты. Екінші раунд, екінші минут, 17 секунд. Техникалық нокаутпен жеңіске жеткен алаңның көк бұрышы. Асадбек Раджабов!